я закончила художественную школу. То есть начала обучаться. Сначала это была подготовительная группа, это было просто хобби. Потом это уже процесс обучения стал более серьезным, это уже стало становиться специальностью. Сейчас я учусь в университете на специальности живопись. Одно другому не мешает, скажем. И тренируется глаз и рука и в художественной, по художественной линии, и по линии стрельбы. Оно даже помогает друг другу, эти вот две специальности, развивать себя. Потом практическая стрельба – это, в первую очередь, вид спорта. Физическая подготовка, она благоприятно сказывается на творчестве, вообще на жизнедеятельности. А художник – это такая натура очень тонкая, и очень важно, чтобы ты пребывал в хорошем физическом и моральном состоянии, чтобы у тебя получалась хорошая работа, картина. Не все спокойно воспринимают женщину с оружием, да зачем ей это нужно, да ей надо там у плиты стоять, готовить. Нет, как раз-таки Национальная стрелковая ассоциация, она занимается тем, что пытается ввести культуру обращения оружием и объяснить людям, что пистолет или вообще оружие не убивает, убивает человек. В Казахстане вот развивается только 2 года, то есть мы только начинаем, стрелков еще мало. Конечно, хотелось бы массовости спорта, но здесь надо быть очень осторожным, потому что все спортсмены, которые этим занимаются, они проходят очень тщательную проверку документальную на психологическое состояние. То есть не может любой человек прийти и сказать: «Я хочу этим заниматься». В любом случае энергию надо куда-то направлять. Какое-то увлечение или хобби у человека должно быть. Это помогает развитию личности.